Известный немецкий режиссер Вильгельм Домке Шульц рассказывает правду о событиях, происходящих на Украине с 2014 года. Весь мир потряс его фильм «Remember Odessa». Не забудем, не простим о трагедии 2 мая в Одесском доме профсоюзов. Das erste, nee, es war nicht das erste Projekt, aber eines der jüngeren Projekte, die auch nach dieser Methode produziert worden sind, war der erste Ukraine-Film, also Remember Odessa, über den 2. Mai, über dieses Massaker in Odessa. И таким образом я и сделал некоторые фильмы по теме, которые связаны с Украиной. Первый фильм, который я по этой теме сделал, это Remember Odessa. О событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Das heißt, ich konnte also mit der Kamera in diese, in das Geschehen eintauchen, der, also der Überlebenden, der Angehörigen, der Opfer aus dem Gewerkschaftshaus, wie die miteinander interagiert haben, sich unterhalten haben. Ich konnte Interviews machen. Also es war, als wenn man irgendwie dazugehört. И, короче, я туда поехал, в Одессу, и я была очень близко к людям. Я со всеми мог разговаривать, и они были очень откровенно и открыто, и со мной разговаривали как свой человек, своим человеком. Und das Gleiche habe ich im Prinzip auch mit der faschistischen Seite gemacht. Also die haben Aufmärsche gemacht, haben Störungen gemacht, haben Provokationen gemacht und da bin ich auch so eingetaucht, als würde ich dazugehören und konnte dadurch das ungestört filmen, was das für Menschen sind, was die für eine Ideologie haben. И мне даже удалось не только показать тех родственников погибших, которые там всегда каждый год забираются возле здания профсоюза, но я и даже мог попасть в демонстрацию правого сектора и с ребятами правого сектора разговаривать. Следующим этапом в его работе стала поездка в Донецкую Народную Республику, чтобы показать судьбы простых жителей в условиях непрекращающихся боевых действий. После чего режиссер представил документальную кинокартину «Жизнь и смерть в Донбассе». «Я хотел показать, что нормальные люди, нормальные семьи, проживающие здесь, в Донбассе, подвергаются угрозе с украинской стороны. Потому что в Германии официально утверждается, что здесь якобы плохие парни, сепаратисты, что Украина находится в состоянии войны с Россией», — говорит режиссер. По словам Вильгельма, ему хотелось увидеть происходящее глазами восточного немца и сравнить увиденное с ситуацией в Германии. Тема воспринимается самим автором очень близко. Эта война стала для него личной трагедией. Weil aus meiner Sicht ist es ja aus verschiedenen Gründen für mich und wahrscheinlich auch für sehr viele Menschen das wichtigste Thema. Потому что и не только для меня, и для очень много других людей это сейчас очень важно, что там происходит. Also für mich besonders, weil die Bevölkerung im Donbass im Prinzip im Jahr 2014 vor einer ähnlichen Zeitenwende stand wie die DDR-Bevölkerung 1990. Потому что народ Донбасса, они... В общем-то, люди там находились в таком же ситуации, в такой же ситуации, как народ ГДР в 90-х годах. Und in der DDR, ich kann es nicht verstehen, aus irgendeinem Grund waren sehr viele Menschen der Meinung, also sie wollen das schöne, süße Leben im Westen haben und haben sozusagen die DDR, also ihre Heimat und ihre Identität verkauft. Тогда, в 90-е годы, в ГДР, мне немножко странно показалось тогда, очень много людей, они только хотели сладкую, золотую жизнь Запада, и они как бы дали за это свою душу. Ja, und den Preis dafür haben sie dann auch kurz darauf bezahlt, und der Preis war... dass also 70% des gesamten Wirtschafts, der Wirtschaftskraft des, auf dem ehemaligen DDR-Gebiet vernichtet wurde innerhalb von 3 Jahren. И в течение некоторого срока они сразу получили соответственный ответ. В течение только 2 годов 75% промышленности бывшей ГДР было полностью разрушено.
Und von einer Vollbeschäftigung, die vorher da war, ist man auch innerhalb von 3 Jahren, also in der schlimmsten Krisenzeit, auf 50% Arbeitslosigkeit gekommen. В течение 3 годов получилось большое количество безработных.